Всем привет, друзья! Меня зовут Даша, и я очень рада тому, что вы заглянули на мой канал. Это канал о вязании, о моем хобби, и сегодня у меня понедельник, да, сегодня 28 июня. Первый летний месяц уже стремительно приближается к своему финалу, а я хочу сегодня записать вступительную часть для своего нового влога. Дело в том, что на выходных у меня появилось немножко свободного времени, чтобы повязать, и я, собственно говоря, этой возможностью воспользовалась, поэтому у меня есть кое-какие новые процессы. Также хочу показать вам, как продвигаются мои уже старые процессы, которые вам, наверное, немножко примелькались, но, тем не менее, я сегодня все вам покажу и расскажу, что у меня новенького и интересного происходит в моей вязальной жизни. Поэтому, если вам все это интересно и вы хотите узнать подробности, то, друзья, устраивайтесь поудобнее, заваривайте себе чай, кофе, конечно же, берите вязание, и давайте проведем эти несколько минут вместе, я обо всем вам расскажу и покажу, поэтому давайте приступим. Привет-привет! Сегодня, друзья, у меня пятница, сегодня 25 июня, и этим небольшим включением я хочу начать запись нового вязального влога. Надеюсь, это видео получится интересным и насыщенным, поскольку в планах у меня начать новые процессы на выходных, и я, конечно же, буду всем этим с вами делиться. Но для начала хочу показать вам изделие, над которым я трудилась последние несколько дней и смогла неплохо его продвинуть. Конечно же, речь сейчас идет о кардигане. Напомню, это кардиган в технике спущенного японского плеча. Вяжу я его сверху вниз и снимаю на это изделие для вас подробный попетельный мастер-класс. На данный момент я отвязала кардиган до уровня талии и уже наметила место, где будут вточные карманы. Вот. Кстати, сегодня я как раз записывала небольшую часть к мастер-классу, где показывала, как определить место для будущих карманов, а также показывала, как наметить место для будущего кармашка. Вот. Кстати, вяжу я этот кардиган из очень красивой пушистой пряжи. Давайте покажу вам поближе моточек. Вот так выглядит пряжа. Это Арио от бренда Лэнг. И вы не поверите, но в этом мотке всего 50 грамм. И на 50 грамм здесь 150 метров пряжи. Кстати, вы никогда не угадаете расход на вот эту вот огромную конструкцию. Я сейчас постараюсь мелькнуть в кадре. Вот смотрите. Вот такой вот кардиган огромный. И на вот это все дело ушло только 3 мотка. Напомню, что его длина сейчас до талии. Конечно, здесь нет рукавов, нет обработки, но тем не менее, если связать укороченный оверсайз кардиган, может быть, немножко меньше размером, то можно спокойно вложиться в 5 мотков. Мне кажется, это прекрасный расход. Но у меня 10 мотков, и я буду вязать кардиган более длинный. Я хочу его связать так, чтобы он закрывал полностью бедра. Итак, вяжу кардиганчик. По-моему, последний раз, когда я к вам подключалась, я переходила к вязанию тела. И вот на тело, вы можете посмотреть, у меня ушел ровно моток. Да, четвертый моточек я присоединила буквально за несколько петель до конца ряда. Мне не хватило совсем чуть-чуть нити. Вот таким образом выглядит тело, подрезы и проймы. Так. В общем, кардиган мой подрос, но, честно говоря, я немножко устала от вязания лицевой глади, и тем более все мои процессы, они такие серые и однообразные, что вязать их на самом деле не очень весело. Поэтому я подумала, что, наверное, я начну какие-нибудь яркие процессы. Конечно же, это будут носки, поскольку предыдущую парочку я связала, и в прошлом вязальном влоге как раз показывала вам готовую работу и детально запечатлила процесс ВТО, показала, как самые не очень привлекательные носки сделать красивыми и фотогеничными. Вот. Также хочу повязать что-то быстренькое. Наверное, выберу какое-нибудь детское изделие. На самом деле у меня есть на примете несколько моделей, которые я хочу связать. И, наверное, сейчас я принесу пряжу, которую я присмотрела для этих целей, и расскажу вам о своих ближайших вязальных планах. В общем, друзья, я постаралась тут немножко освободить место для того, чтобы помелькать яркими моточками в кадре. Да, это такой небольшой спойлер. Покажу вам, из какой пряжи я начну новые проекты на выходных. Итак, начну я, конечно же, с носков. И я принесла вот такой вот красивый яркий моточек. На самом деле их у меня 2, но второй я почему-то найти не могу. Скорее всего, он где-то в проектной сумке. Очень надеюсь, что не в машине. Вот, если вы на моем канале давно, то, наверное, этот моток измозолил вам уже все глаза. Но если нет, то специально для вас, друзья, скажу, что это пряжа, которую мне подарила моя подружка Олеся из Германии.
Привет, Алиса, если будешь смотреть это видео. И эта пряжа называется Nessel Mylin White от бренда Lanagrossa. Это не совсем обычная носочная пряжа, здесь в составе есть крапива. И у пряжи довольно интересная расцветка. Я уже неоднократно пыталась вязать из нее носки, но вот никак не могу приручить эту пряжу. И в каких-то резинках она выглядит отвратительно. Вот на мой личный вкус мне не нравится совсем. В лицевой же глади мне нравится, как ложится эта пряжа. Поэтому я приняла решение, что следующие носки я буду вязать именно из этого мотка и именно лицевой гладью. Поскольку вариант использования резинки мне не нравится, я решила попробовать связать носки с руликом. И да, этот способ вязания носков я посмотрела у Марины. И да, буду пробовать, надеюсь, у меня все получится. Вот, осталось только найти моток номер 2. Итак, это план номер 1, и теперь поговорим о втором изделии, которое я планирую начать для Оливии. Значит, здесь у меня есть распущенная пряжа, так, не пугайтесь, в кадре барашки, но у меня есть также целый моток, я, наверное, его как раз буду вам показывать. Значит, это пряжа от бренда Sandnesgarn, называется она Pergunt, и это 100% норвежская шерсть. Да, вот здесь на этикетке указана вся информация. На 50 грамм здесь 91 метр. Цвет очень красивый, такой светлый голубой, слегка бирюзовый. Это оттенок 72-12. Возможно, плохо будет видно на этикетке, но вот глазами это можно еще рассмотреть. У меня, по-моему, 6 или 7 мотков в общей сложности было этой пряжи. И из нее я вязала когда-то детский свитер. Но Оливия из него выросла, и причем рукава стали давно короткие, а тело еще можно было носить по ширине, но по длине оно тоже было коротким. Поэтому я решила эту пряжу распустить. И она сейчас у меня смотана в такой вот моточек. И еще два маленьких. Это то, что осталось от рукавов, а это то, что приходилось на тело. И мне нужно эту пряжу выровнять, и из нее я буду вязать детский свитерок. Очень хочу связать свитер, который будет, скажем так, по мотивам сентябрьского свитера от Petite Knit. Если вы, друзья, на моем канале давно, то вы, наверное, помните, что прошлой осенью я вязала для себя свитер из пряжи Drops Air по платному описанию от Petite Knit, который назывался «Сентябрьский свитер». У меня, кстати, на канале есть видеоролик, посвященный вязанию этого изделия. Там я показывала процесс его вязания, также делилась какими-то своими впечатлениями от описания. И да, друзья, это не мастер-класс, сразу говорю. Там нет какой-то информации, которую вы можете взять и связать, но если вы опытная вязальщица, то по тем моментам, которые я там показываю, вы без труда сможете повторить это изделие. По-моему, видеоролик называется «Самый уютный свитер этой осени». Я обязательно оставлю для вас подсказку, и если для вас это актуально, можете перейти посмотреть. В общем, я буду вязать свитер по мотивам, поскольку принцип вязания изделия мне знаком по опыту взрослого изделия. Я просто сниму мерки с свитера, который сейчас носит лиф, и свяжу что-то похожее английской резинкой, только мне нужно сейчас, скорее всего, эту пряжу перемотать в пасмы и постирать. В общем, выровнять ее всеми доступными мне способами, поскольку из таких барашков я вязать точно не хочу. Вот. Возможно, я начну вязать с вот этого моточка и потом постепенно присоединю вот эти две маленькие пасмы, а большая пасма, скорее всего, будет сохнуть довольно долго, поэтому начну я, конечно же, с носков и затем плавно подберусь к детскому свитерочку. Вот, буду держать вас в курсе событий и подключусь к вам немножко позже, покажу, что у меня получается. Ну что, друзья, в кадре китайские макароны. А это значит, что я решила надолго не откладывать процесс стирки пряжи и уже перемотала ее в пасмы. Сейчас покажу вам, что у меня получилось. В общем, я намотала 3 пасмы. 2 у меня вот такие вот небольшие пасмочки. Так, 1, 2, вот она. И вот такая 3-я большая пасма. Настоящий парик. Вот. В общем, я размотала всю пряжу. Сейчас я пойду ее стирать. Наверное, процесс стирки пряжи я не буду вам показывать, просто кратко расскажу. Если вдруг вам это интересно, я набираю в рукомойник немного теплой воды, добавляю туда специальное средство для стирки шерсти, опускаю туда пряжу, оставляю на 10-15 минут, потом хорошо полоскаю, отжимаю, заворачиваю в махровое полотенце, оставляю где-то на полчаса, может быть минут 40, чтобы вся лишняя влага из пасмы
впиталось в махровое полотенце, и затем просто развешиваю пасмы на сушилке. Вот. Если пряжа будет по-прежнему кучерявиться, то я, скорее всего, подвешу к основанию пасм какие-то небольшие грузы, вот, для того, чтобы они сильнее оттягивались и выравнивали структуру нити. Вот. Но, скорее всего, это делать даже не придется, поскольку в процессе стирки пряжа обычно хорошо разравнивается. Вот. Так что пойду я сейчас займусь стиркой пряжи. У меня осталось не так много времени, скоро Оливия вернется из детского сада, поэтому прекращаю болтать и покажу вам уже, наверное, эту пряжу в готовом к вязанию виде. Вот. Привет-привет! Всем доброе субботнее утро! И я спешу поделиться с вами результатом стирки пряжи. Вот так сейчас выглядят пасмы, они уже высохли. И сейчас я планирую их перемотать в моточки. Посмотрим, что у меня получится. Конечно, где-то внутри большой пасмы сохранились слегка такие волнистые моменты, но это уже на самом деле не критично по сравнению с тем вариантом, который был до стирки. Сейчас мне пряжа прям очень нравится, она довольно ровная, и я думаю, что вязать из нее будет очень-очень приятно. Поэтому сейчас я иду и займусь ее перемоткой, подключусь к вам попозже и покажу, что у меня получилось, расскажу вам о проекте немножко детальней. Та-дам! В общем, друзья, для вас прошла, наверное, пара секунд, для меня немного больше, но я готова показать вам моточек, который у меня получился из трех пасм. Да, я перемотала сюда все три пасмы, и общий вес этой бобинки составляет 250 грамм. Таким образом, получается, что общее количество пряжи пергюнт, которую я могу использовать для вязания детского свитера английской резинкой, составляет 300 грамм. И на самом деле я уже начала волноваться на тему того, хватит ли мне этой пряжи, поскольку английская резинка — это довольно прожорливый узор. И я уже мысленно порылась в своих запасах и вспомнила, что у меня есть две бобинки красивого такого голубого оттенка. Один более светлый, второй более темный. И я решила посмотреть, подходят ли эти бобинки по цвету. Вы не поверите, друзья, но... Та-дам! Я нашла в своих запасах вот такую вот потрясающую бобинку. Это 100% шетландская шерсть. Пряжа называется Луна. И знаете, что самое приятное? Эту пряжу мне подарили. Вот такое 100% практически попадание цвета. На самом деле бобинная пряжа чуть-чуть темнее, но я сейчас вам покажу детальнее. Я уже отмотала здесь 8 сложений нить, поскольку вязать я планирую именно 8 сложений. И цвет пряжи, он очень-очень похож. Вот. При определенном освещении он практически одинаковый, но на самом деле вот эта бобинная пряжа, она немножко темнее. Вот если смотреть при обычном освещении, не возле окна, но все-таки, думаю, вам заметно, да, что она немножечко темнее. Вот. И какие мысли пришли мне в голову после того, как я рассмотрела детально бобинную пряжу и вот эти вот моточки, которые у меня есть. Я подумала, что, возможно, при вязании пряжи пергюнт мне стоит добавить к ней одну бобинную ниточку, то есть совсем тоненькую, и она даст, возможно, немного цвета этой пряжи и сделает ее немного темнее для основного полотна, и я тогда смогу связать нормальные длинные рукава, нормальное длинное тело, а вот на обработку я как раз использую полностью бобинную пряжу, сложу ее в 8 сложений, у меня получится вот такая вот нить. И при помощи этой ниточки я смогу связать резинки по низу изделия, на рукавах, а также обработать горловину. Дело в том, что на обработку горловины обычно уходит очень много пряжи, поскольку там вяжется двойная резинка и делается подгиб. Таким образом, друзья, я смогу спокойно вязать свитер, не переживая насчет того, что мне пряжи не хватит, поскольку в любой момент в кадре может появиться Оливия и все испортить. Поскольку в любой момент я смогу перейти на бобинную пряжу и использовать ее, например, для вязания довольно длинной резинки по низу, по рукавам и по горловине. Вот, так что вот такие у меня планы. Очень удачно у меня появилась вот эта бобинка. Так что, друзья, я, наверное, пойду вязать. Поскольку мой маленький помощник никак не даст мне нормально сегодня снимать видео. Вот, поэтому я пойду, наверное, немножко сегодня повяжу. И уже вечером подключусь к вам и покажу результат. Thank you.
И давайте, друзья, подведем итоги сегодняшнего вязального дня. Я покажу вам проекты, над которыми я сегодня работала. Значит, практически весь день я посвятила вязанию одного проекта. Это детский свитер, который я сегодня начала. Утром, надеюсь, смогла подробно вам рассказать о своих планах. И вот сегодня небольшими урывками мне удалось связать вот такую вот деталь. Это кокетка и немного уже провязано тело. Вот. Я использовала две нити. В общем, я решила соединить бобинную ниточку и моточную. Вот, поскольку не уверена и до сих пор, что хватит ли мне пряжи полностью той, которая у меня есть, и, возможно, мне придется для обработки использовать только бобинную нить, и вот чтобы немножко перестраховаться в плане оттенка, я решила их все-таки смиксовать между собой. В полотне это выглядит практически незаметно, есть намек на то, что здесь использованы две нити, но я думаю, после ВТО это станет минимально заметно, поскольку раскроется и одна, и вторая нить. Вот. Вязание идет довольно быстро, очень такими активными темпами, я думаю, во-первых, потому что я очень соскучилась по узору английская резинка, давно не вязала, плюс довольно яркие краски, и, что немаловажно, изделие довольно небольшое, и вяжется оно очень быстро. Вот, поэтому вот такой у меня прогресс за сегодня. Очень надеюсь, что к концу выходных смогу хотя бы тело закончить. Вот, не уверена, что приступлю к рукавам и к обработке, но, по крайней мере, у меня в планах еще закончить тело. Но я все-таки думаю, что я этот процесс буду разбавлять и другими своими процессами. Тем более сегодня я нашла один небольшой моточек пряжи. Она у меня постиранная. Это пряжа Rowan, Alpaca Soft Decay. Я из этой пряжи вяжу лапопейсу, и у меня был такой небольшой моточек. Это была распущенная пряжа от первого варианта горловины. И я ее сегодня постирала. В общем, нашла этот моток, постирала, и пряжа у меня практически высохла. А это значит, что эту пряжу я использую для вязания рукава, который у меня в процессе. Дело в том, что я очень надеялась, что к концу этой недели ко мне приедет посылка из Латвии. Дело в том, что я дозаказывала два мотка этой пряжи, но посылка почему-то, да, ко мне и не приехала. Я каждое утро начинаю с того, что открываю почтовое приложение и проверяю, где находится посылка. Но 11 июня она уехала из Латвии, и до сих пор она ко мне не приехала. Поэтому я понятия не имею, где она. И давайте я покажу вам, собственно говоря, проект, который я планирую сегодня вечером немножко повязать. Это лапопейса. Она довольно большая, поэтому я, наверное, чуть-чуть мелькну ею в кадре. Так, вот она. Такая вот красавица. И здесь у меня недовязанный один рукав. Я думаю, что я присоединю нить. Сейчас я ее перемотаю в моточек, присоединю и вывяжу ее до конца. Посмотрим, насколько мне хватит. Конечно, я не возлагаю больших надежд, что этой пряжи мне хватит полностью связать рукав. Но думаю, хотя бы я приближусь к манжету, и когда уже ко мне приедут два недостающие моточка, я уже в более активном темпе смогу закончить эту лапопейсу, поскольку сроки у меня уже все давным-давно прошли. Вот. Но свитер получился действительно очень классным. Посмотрите, как классно выглядит пряжа Rowan в полотне. Я делала предварительное ВТО, просто немножко мочила свитер, еще не стирала его, и очень-очень ровные петельки. Так, здесь что-то уже пристало. Так что сегодня вечером я планирую повязать эту лапопейсу, и, наверное, уже завтра расскажу вам о планах на воскресный день. Так что, друзья, пойду я немножко повяжу, и увидимся с вами завтра. До следующего включения. Ну что, друзья, давайте покажу, какой моточек у меня получился. Вот такой вот небольшой. Но я на самом деле решила к вам подключиться не для того, чтобы показать, какой небольшой моточек мне удалось смотать, но для того, чтобы передать вам истинный цвет этой пряжи. Дело в том, что оттенок всегда передается очень неправильно. Это красивый такой зеленый оттенок, очень сложный, с примесью, наверное, цвета морской волны. Но на камере он обычно либо синий, либо какой-то очень непонятный. Вот. И сейчас я пойду довязывать рукав в лапопейсе, установлю маркер и покажу, насколько мне хватит этой пряжи.
Вот. Ну что, иду вязать. Ну что, друзья, я немножко повязала, и давайте покажу вам результат. Та-дам! Рукав готов, и вы даже не представляете, насколько я этому рада. Вот здесь я установила красный маркер, поскольку обещала вам показать, сколько рукава я довязывала. Вот, собственно говоря, часть. И здесь я выполняла убавки, а также здесь выполнена радиальная убавка по кругу. Я убавляла 4-ю и 5-ю петлю, провязывая их вместе, и так весь ряд для того, чтобы сузить манжет на необходимую мне ширину. Вот. И да, еще один момент важный, думаю, стоит сказать, то, что резинка сейчас немножечко вот так вот присбирается, но по факту после стирки она будет просто вот так вот ровно лежать и присбираться не будет. Поэтому этот эффект существует пока до стирки. Потом рукав будет более такой прямой. Вот. Так что рукав довязан, и, кстати, пряжу я извязала не всю, у меня еще остался вот такой небольшой моточек. Теперь осталось дождаться посылку. Сейчас, наверное, пойду в очередной раз проверю, где она находится, поскольку, наверное, последние 2 недели каждое мое утро начиналось с того, что я заходила в приложение почты и смотрела, где находится посылка, и она все время была выслана из Латвии, но в Норвегию пока так и не приехала. Не знаю, где она путешествует с 11 числа. Вот, месяц заканчивается, а посылка ко мне так и не приехала. В общем, сейчас пойду проверю, где же моточки на эту лавапейсу, и буду надеяться, что к концу месяца она все-таки станет готовой работой. Вот. Привет-привет! Ну что, друзья, у меня уже вечер воскресенья, и мы только что всей семьей вернулись с одной небольшой поездки. Вот, я не забыла прихватить с собой проектную сумку, и сейчас покажу вам свой новый проект, о котором в начале влога немножко упоминала, но я вам его еще не показывала. Дело в том, что я начала вязать это изделие пару дней назад, но оно у меня, скажем так, все время хранится в проектной сумке, она стоит либо в коридоре, либо лежит в машине, и я всегда беру ее с собой, когда куда-нибудь еду или иду гулять с ребенком. В общем, это мой проект повязать где-нибудь на свежем воздухе. Я думаю, вы догадались о том, что это. Та-дам! Не буду вас томить, конечно же, это носки. Так, давайте достанем эти яркие моточки. Кстати, я нашла второй моток, он действительно был в этой проектной сумке. Вот, с кучей еще другой пряжи. Так, давайте так положим. И несмотря на то, что это как бы 2 одинаковых мотка, но они на самом деле оказались разными. Я сначала пыталась как-то подгадывать секции, но потом поняла, что это абсолютно бесполезно, и смирилась с тем, что пусть носки будут разными. В общем, они связаны из одной пряжи, и пряжа эта имеет примерно одинаковый окрас, но она немножко по-разному ложится в полоски, и ничего страшного здесь нет. Вот, эти носки я планирую оставить себе. И, кстати, я здесь, как и говорила, попробовала новый для себя способ обработки носка, а именно пагленка, это рулик, и вот он такой двойной, мне очень нравится, как это выглядит, вот. Так что вот такие вот яркие, пестрые носочки у меня получаются, я решила однозначно, что здесь будет пятка-бумеранг, и носки будут, скорее всего, не слишком высокие, то есть я думаю, что я остановлюсь на такой высоте пагленка, ну, может быть, еще пару рядов провяжу, и уже буду переходить к вывязыванию пятки. Вот, в общем, обычные носки, обычный дорожный проект, и когда они станут готовы работать, либо как-то существенно продвинуться, я обязательно вам в одном из следующих влогах о них расскажу подробнее и покажу. Вот.
В общем, друзья, сейчас будет такое немножко незапланированное вечернее включение, в принципе, как и покупки, которые вы сейчас видите в кадре. На самом деле здесь стоит такой огромный мешок с продуктового магазина, в котором лежат моточки пряжи. Дело в том, что эту пряжу я только что купила на барахолке и заплатила за этот огромный мешок пряжи от фирмы Drops всего 160 норвежских крон. Это 15-16 евро, где-то так. В общем, у меня теперь огромный мешок с богатствами. Это Drops Эскимо, и, наверное, чуть подробнее о этих всех покупочках пряжи я расскажу вам в отдельном видео, которое выйдет, наверное, в начале следующего месяца. Дело в том, что у меня на этих выходных случилось много вязальных покупок, и я решила все их объединить в одно видео, где я покажу вам много-много покупок пряжи от фирмы Drops, и да, посвящу этому целый отдельный ролик. Вот, а пока небольшой спойлер, друзья, целый мешок пряжи, вот. Так что я очень рада и обязательно буду вязать теплые обновки для лиф из этих красавчиков, вот. Привет-привет! Ну что, друзья, сегодня у меня понедельник, и этим небольшим сюжетом я хочу подвести итоги своих вязальных выходных. Покажу вам сейчас все проекты, которые находятся у меня на сегодняшний день на спицах. Напомню, их довольно много, их целых 5, но, тем не менее, я по чуть-чуть каждый из них продвигаю. И начну, наверное, с крупных изделий, с кардиганов, конечно же, на которые я снимаю для вас мастер-классы. Начнем мы с проекта номер 1, и это вот такой большой красивый кардиган узором двойной рис. Вяжу я его снизу вверх, и по конструкции это довольно свободное изделие, такое оверсайз со спущенным плечом. Вот. У меня отвязано тело до уровня проймы, длина тела составляет 48 сантиметров, это довольно много, кардиган будет удлиненный. В принципе, для посадки оверсайз такая длина более предпочтительна, и она подходит для большинства типов фигур, поэтому я решила связать именно такую модель. Кстати, вяжу я его из бобинной пряжи, здесь у меня смесь от двух бобинок. Первая бобинка — это хлопковый шнурок, называется он Summer Yak, в составе здесь хлопок, шерсть, як и полиамид. Так, очень плохо видно, вот. Сейчас кажется более заметно. И вторая нить — это тоже бобинная, но более тонкая. Так, убежала ниточка. Вот, таким образом она выглядит. Это бобияк на полиамиде, то есть в составе данного кардигана большой процент яка, и за счет этого полотно получается невероятно мягким и таким вот красивым пушистиком. Вот, при этом довольно теплым. Так что вот так выглядит мой первый проект. Как вы понимаете, на выходных я его не смогла продвигать, поскольку у меня впереди ждут съемки принципа выделения полочек, и мне нужно этот момент обязательно заснять для мастер-класса, когда вся семья в сборе. Съемки у меня невозможно, к сожалению. Итак, это мой проект номер 1, и давайте я покажу вам свой второй кардиган. На это изделие я также для вас снимаю мастер-класс, подробный, попетельный. Очень интересная конструкция у данного кардигана. Это спущенное японское плечо, и кардиган вяжется сверху вниз. Он очень большой, поскольку это оверсайз. И такую свободную посадку, здесь свобода облегания 25, может быть, немножко больше сантиметров, я выбрала специально для такой вот легкой воздушной пряжи. Кстати, пряжа это моточная. Вот так вот она выглядит. Называется она Ario от бренда Lang Yarns. И она очень похожа на Air чем-то, да. Чем-то похожа на Infinity Design Air. И единственное ее отличие — это вот такие красивые твидинки. Вот такой вот шнурочек. Легкая, воздушная, расход у пряжи просто потрясающий. Как вы понимаете, изделие довольно крупное. И сейчас у меня в работе, если я не ошибаюсь, 4-й моток. Вот, у меня отвязаны уже место для карманов, и я вот продолжаю вязать тело. На выходных я вам показывала, что, ну, в пятницу я сделала карманы, и вот за выходные немножко продвинула тело. Так, у меня уже приличная длина вот корпуса, но мне нужно еще буквально пару сантиметров провязать и затем уже переходить к обработке низа. Вот, я еще обдумываю тот момент, какой вариант обработки выбрать. Я колеблюсь между резинкой 1х1 и резинкой 2х2. Не знаю, какая из резинок будет более презентабельно выглядеть с такой вот пушистой пряжи. Дело в том, что пряжа довольно толстенькая, пушистая, и вопрос обработки, мне кажется, здесь очень важен. Так, по этому изделию, как я уже говорила, тоже снимаю для вас мастер-класс, и
Процесс обработки мне также придется снимать, так что следующую неделю у меня придет опять под эгидой съемки мастер-классов. Вот, это изделие номер 2. Оно неплохо у меня продвинулось за выходные, как вы можете заметить. И давайте, друзья, теперь чуть детальнее я покажу вам свой процесс номер 3. И это будет детский свитер. Вот, вяжу я его узором английская резинка, и в этом видео я уже многократно вам о нем рассказывала. Вот, выглядит он вот таким образом. Я его не продвигала, поскольку думаю, красиво ли я связала здесь английскую резинку, или она все-таки более расхлябанная. Но вот когда смотришь на английскую резинку поворотными рядами, она мне прям нравится. Когда смотришь на эту же английскую резинку при круговом вязании, она все-таки какая-то такая хлипенькая. Вот, и я думаю, то ли оставить как есть, возможно, после стирки это преобразится в лучшую сторону, все-таки это шерсть, и она свойственна улучшать свой внешний вид после ВТО, поэтому я, наверное, еще подумаю пару дней и затем еще вернусь к этому процессу, возможно, уже в июле. Так, поскольку у меня есть сейчас в работе один процесс, который я планирую в ближайшие дни очень активно продвигать, и сейчас я расскажу вам почему. Конечно же, это лапопейса, я вам в этом видео также ее показывала, довязывала рукав, вот он, один готов, и вы не поверите, но сегодня утром произошло радостное событие, ко мне наконец-то пришло смс, которого я так долго ждала от почты, о том, что посылка с пряжи приехала. На самом деле, эта история довольно странная, и мне непонятно, я, конечно, догадывалась, что посылка может не отслеживаться по Норвегии, но я не думала, что так может произойти со мной. Посылку я оформила в начале июня, наверное, в первую неделю июня я заказала недостающие мне моточки, и 11 числа они покинули Латвию, и вот с тех пор посылка не отслеживалась. Сегодня утром я получила смс о том, что моточки пряжи уже на почте, и я могу их забрать. Так что радости моей нет предела, и сейчас я отсниму для вас этот небольшой сюжет и побегу на почту, вот, для того, чтобы вечером активно заняться довязыванием лапопейсы. Вот. Так что, друзья, это мои планы на ближайшее время, и последний проект, который также есть у меня на спицах, но который я вяжу только на прогулках, это носки. Вот. И их я тоже вам показывала в этом влоге, поэтому уже детально на них останавливаться не буду. Вот. Так что, друзья, вот такая вот у меня просто гора процессов. Я надеюсь, что вся эта гора процессов в ближайшее время станет готовыми работами. И я обязательно буду держать вас в курсе всех вязальных новостей, буду все вам показывать, рассказывать. Так что не забывайте подписываться на мой канал, буду рада увидеться с вами снова. А на этом же, друзья, я буду заканчивать свой влог. Хотела сказать всем огромное спасибо за то, что вы провели это время в моей компании. Надеюсь, вы отдохнули и приятно провели время за вязанием. Вот. Я, как всегда, не прощаюсь с вами надолго. Говорю вам до новых встреч. Мы увидимся уже очень скоро в следующем видео. А на сегодня у меня все. Всем пока-пока!